В Украине падает промпроизводство. Государственная служба статистики подсчитала, что в 2017 году промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики. Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводства в декабре 2017 к декабрю 2016 возросло на 0,4%. Гостат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора – на 1,9%. В перерабатывающей промышленности в декабре 2017 к декабрю 2016 рост составил 4,4%. Тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 4,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, на 13,3%, что, вероятнее всего, было связано с необычно теплым началом зимы. Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 4%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров произошел спад на 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, на 6,5%. В январе-декабре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской, 12,0%, Одесской, 11,8%, Ревнинской, 9,0%, Тернопольской, 8,4%, Житомирской, 8,3%, Винницкой, 8,1%, Киевской, 7,9%, Черновицкой, 7,1%, Харьков, 6,1%, Запорожской, 5,9%, Львовской, 5,7%, Волынской, 5,1%, областях. В Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2017 г. по сравнению с январем-декабрем 2016 г. снизилось на 31%, в Донецкой области – на 12,6%, в том числе в декабре 2017 по сравнению с декабрем 2016 в Луганской области спад составил 34%, в Донецкой – 16,2%, без учета зоны проведения АТО. Напомним, в ноябре 2017 года промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По материалам сайта newsgro.com.